На протяжении уже нескольких лет я каждую неделю прихожу к моему племяннику домой. И мы каждый раз чиним его компьютер. Каждый раз мы получаем огромное удовольствие от процесса устранения неисправностей. Но так не могло продолжаться дальше. Я сказал Витали: «Слушай, нам с тобой пора заканчивать проводить наши профилактические работы. Найди себе другого механика или купи новый исправный компьютер». Артасик отвлекся от работы с моим гаечным ключом и спросил: «Дядя, разве нам с тобой было так плохо? Ты успешно устранял все проблемы, хорошо смазывал детали маслом, даже никаких трещин не оставалось в задней части корпуса. А твоя зубная щетка хорошо прочищала мои разъемы. Так давай не будем ничего менять. Мой компьютер питается энергией только с твоей помощью». Я немного подумал и сказал: «Хорошо. Только давай я буду приводить с собой помощника. Это мой давний товарищ, он долго жил в Японии. Он твой тезка. Его зовут Виталий Харитонов. Он еще более крутой мастер, и у него еще более большой и прорезиненный гаечный ключ.